Просто малосемейка, чё ты придрался? Пацаны, ну что там, вас поделят или лететь? Наивные люди подумали, что перекур для того, чтобы перекурить. Наивные смертные, блядь. Из офиса. Я говорю, из офиса тоже. Китаец. Кельталец сейчас будет парты. Суманите я в городе был. В Далоране.
Сейчас отключу. Меня на пусе не было, наверное. Это же из этого нуба. Я только для хосты выбрал. Ну, если бы смогу собрать. Не айс, да, вроде тут. Геру когда? Не вижу, да ты опять от совы. Кто это может, блядь, так говорить? Это Бигвар, блядь.
Если кто-то, это если кто-то говорит на салу, то это Бегуар сразу. Димас, подожди, Димас. Да я кнопки не жму, блядь. Ты уже второе полотенце подносишь, нахуй. Дебил. Но это и на ДЦ-шку идет, если там в приоритете как-то будет. Там наркоз ролил, и Кельталис говорит, что его нужно.
Шаман Тернерны. Это не шаман, это ДЦ. Ты. Я предлагаю Геру сдать. Это хилбот. Это хилбот, там над диспел стоит. Все. А дальше быстрее. Видит меня мутную слизь. Нави, подними. Олюшка. От лужи отходим? Вы что, прикалываетесь? 20 метров от рейда нужно, Полюшка. Ты что стоишь и покажешь? Отойди из рейда. Отбегите от него. Да опять. Он сдохло, все, это просто пикалдес какой-то, я не знаю. Мы в Дисе. На туле на самом деле сова такая есть бесполезная, но она хоть вниз доходит. Да, на месте.
Народ, народ, каски там, ага, о, спасибо. А рыбка, рыбка есть? Тотемы. Тотемы. Тотемы, блин, уберите. Горгулья моя что-то натворила. Ну, с 5, 105 тащи. Thank you.
Девичьи слезы. Там за УД покупается плащик точно такой же, только не с критом, а с хостой. Он получше будет. У тебя что, типа 800 хосты есть, что ты в крит себе забиваешься, или что, типа? Они же оба шамана, не? Короче, шаманы. Ты по КП отдал мне дика? Спина на Лока, который... Она нормально его заходит еще. Он голожопый ДПС дает.
Хорошо, хорошо, не переживай. Да, стоит. Вот, перед тобой. Если надо в другом месте, так ты говори. Закуска. Прям в крестик ставить? Выведи с меня мобов, срочно. Я танк подниму, второго. Ну, я поднимаю. Еще половине нет. Босс! Надо будет бернуть, ПДСТ. Идут в рейд, Наль, выйди из рейда. Я не знаю. Слишком далеко.
АБР есть, типа? А, мишки бегают. Да он же жрет. Но на Тагариусе как будто бы что-то настакалось, что хил не проходил вот вообще. То есть я ему несколько костов дал, и у него хп на месте на нескольких процентов. Ну, что в этом случае делать надо? Давайте это обсудим. Лена есть, острый до нас. Маг есть. Азраиль еще какой-то тоже сануки. Ребята, подскажите вопрос. Триньку обсуждали на шамана и на ДЦ. Что с ней решили? Окей. Еще ДК? БГ. А так весь рейд можно сочетать, что в Наксе. Что сейчас произошло? Тут что за прикол?
тебе попал нахуй. А кто это в ПМШП тебе отписал? Он всем отписал. Вести первый. Можно сум? Ой, ты в косе. Что говоришь? Раньше так давай отмес. Он сюда стоит. Просто когда я его ставлю, видишь, он еще в корни всех бросает рядом.
Бигвара. Вон поставили, ешьте рыбу. Гарриус, попробуй только жмахнуть мою желтую джонну. Все норм, все норм. Ты еще не дох. Шаманы, видишь, бегут сразу. Так это лучше, чем они убегут к боссу. Вот видишь, один... Потому что магов мало. Значит, кто-то плохо работает. Ручками. Уже. А его замбит. Спасибо. Звезды пошел, потому что я мертв. Да, не дал. Процента. Главное так, а в хильте? Не знаю, на звездочке ни один моб не ушел в рейд. 30%. А блин, я не поняла, ты чё, палкой бьешь их? Я не пойму. И базука. Ну где? Палкой? Посохом. Сейчас. Ладно, тебе просто. Базук, ну где он? Рисую. Я звездочки. Видишь?
Прекрасно. Я говорю так. Я не знаю. Не пойдет. Ну ты, мы сейчас паролу раздаем или как? Так скинь, да? На меня выкинуло просто, я бы взял. А почему мне шмот далось? Лол. Мне шмот дался. Я зашел только инст, потому что меня выкинул, типа. Креветка. Я не понял, почему. Но не должно было бы дать. Я не был при убийстве босса. Сразу. Зефрис, дай, мы засумоним, не лежи. Я бы предложил сначала всем рыбав фуловый сделать, потом разбегаться. Рыбку поставьте. Вот. И рыба стоит. До утра.
Это, не забудь сказать, как оббегать, ну, как перебежки делать. А то ты сказал просто право-лево. Вот так скажем. Все зовут.